Так, только что я поймал и отпустил маленького линя. Если это линь, конечно. Ну а что еще тут может быть? Конечно, для линя у него слишком красные плавники. Но в остальном на линя он похож. Так, вот такой вот прудик у нас. Но рыба здесь точно есть. Как минимум линь и мелкая щука. Потому что я уже рассказывал в своем видео, что минут 20 назад щуренок выпрыгнул за моим червяком, когда я его вытаскивал из воды. Быки продолжают орать в соседних деревнях.